Согласно опросу автомобильного сайта «Дром», 70% горожан с готовностью сообщат о нарушениях. При этом 38% сделают это, если, цитата, «их не будут дергать лично». 30% опрошенных водителей доносить на других участников дорожного движения не желают. 22% считают это стукачеством, а 8% делать это просто лень. Больше всего тех, кто хочет бороться с безответственными водителями в Москве и Питере. Почти 80%. А меньше всего желающих помогать ГИБДД в Забайкалье, Бурятии и Амурской области. Всего в опросе приняли участие 11 тысяч человек.